Всем привет, вы на канале CapTV Games. Сегодня мы посмотрим игру The Legend of Korra. Игрушка по одноименному мультфильму на канале Nickelodeon, я так понимаю. И вот именно в нее мы сегодня поиграем. Новая игра. К сожалению, она без русского языка. Но надеюсь, мы что-то сможем понять. Те, кто смотрели мультфильм, они, наверное, вообще хорошо понимают, что здесь к чему. А вот нам придется, тем, кто не видел, придется поразбираться. Только аватар может использовать все четыре элемента. Легенда Корры. Так, что это у нас тут? Столько монстров непонятных. Судя по всему, стихия воды у нас сейчас. Тяжелые атаки это Y, XOM, легкие атаки и прыжок. Пока все довольно просто. Хоп-хоп-хоп, иди. Так, вода. Стихии воды мы сейчас используем. Стихия земли. Серьезно так. Огонь. Круто. Огненная стихия довольно шустрая. И это у нас что? Ветер. Или воздух. Стихия воздуха. Only the Avatar can master all four elements. And bring balance to the world. Только аватар может использовать все стихии и принести баланс в этот мир. Ух ты, что-то пока не очень хорошо у меня получается. Противников слишком много. Недели ранее. Чемпионат какой-то в республике проходит. Ты слишком нежный для этого, братец. Я? Ребята, не могли бы вы сфокусироваться? Вот и все, мы остались одни. Большое спасибо, ребята. Ладно, начнем. Проблема в том, что в игре нет субтитров. Я вот даже могу вам доказать. Здесь вообще не так уж много настроек. Смотрите. Здесь вообще только яркость. Здесь звук. Настройки камеры и контроллер. Все. Больше никаких настроек. И, к сожалению, нет даже субтитров. Я на слух довольно сложно воспринимаю, что они здесь говорят. С субтитрами можно было бы попытаться попереводить. Без субтитров как-то это все тяжело дается. Это жаль. Но, возможно, пока просто не появилась русская версия, может быть, и будет. Но пока никакой информации нет о полностью переведенной версии. Так, здесь нам нужно отбивать их атаки и наносить им повреждения своими атаками.
Отлично. Двоих мы уже оттеснили. Можем теперь продвинуться немного вперед. Отбиваем. И один остался. Давайте попробуем другую стихию, что ли, если есть такого. Нет, к сожалению, пока не дают переключать. Ну что же, я так понимаю, последний раунд. Нокаут. Победили. Видимо, все-таки для тех, кто смотрел мультфильм, гораздо понятнее, что здесь происходит. Я, к сожалению, его не видел. Хотя, уже интересно. Эй, отстаньте от него. Сэр? С вами все в порядке? О, кажется, это недобрый сэр. Так, и тем временем мы прошли первый эпизод. И эпизод второй. Так, она просыпается, остановите ее. И я боюсь. Он забрал у нас способности. Теперь нет у нас способностей этих, ни одной стихии мы пользоваться не можем. Да, вот у нас все стихии заблокированы. К сожалению, он забрал наши способности. Какой... Коварный. Так, нужно добраться на остров. Может быть, Тензе поможет нам. Не знаю, кто это Тензе. Какой злодей. Боюсь, я не могу пропустить тебя. Зачем ты это делаешь? Ты думаешь, ты сможешь сбежать? У меня нет способностей, но мои кулаки все еще работают. Ух, какой мощный удар. Красиво. Аман's gone. Why are the chi blockers still here? That old guy must be calling the shots. But who is he? Так, у нас здесь преграждает путь. Понятно, какие корни на дороге. Ну, знаете, так, если сказать об ощущениях, то играется приятно, уютно, приятно двигается, и удары вот эти комбинации, они довольно-таки интересно ощущаются. То есть, в целом, пока все уютно и интересно. Больше ни шагу, аватар. И мне кажется, что с сюжетом здесь тоже должно быть все в порядке. Все-таки это по мультфильму. Думаю, здесь что-то интересное будет происходить. Какие интересные автомобильчики. Очень стильные. Их, кстати, мы тоже можем разбить. Я так понимаю, да. И, соответственно, пройти. Вот туда можно пройти, но у нас здесь есть и в эту сторону дорожка.
Я не знаю, что это мы собираем, но уверен, что это со временем, наверное, нам пригодится. Ах ты. Вот так вот мы еще можем делать. Используя блок, мы делаем такую сильную контратаку. Воу. Да, действительно. Контратака хороша. Еще разок. Крепко. Так, лабиринты, конечно, здесь. Куда мы идем? И зачем? Так, что-то здесь вот какой-то проходик есть. Отлично. Слушайте, там какой-то сундук. Мы нашли секретный сундук. А в нем вы можете найти различные items. Как на русском? Различные предметы в сундуках, которые могут быть очень раритетными. Эти предметы можно одевать для того, чтобы помогать. Они будут помогать вам в бою. Это интересно, но как их одевать, пока непонятно. Думаю, научат со временем. Давайте еще вот сюда заглянем. Так, это у нас что? Этот барьер может быть сломан только силой воды. Ну да, поскольку у нас сейчас нет никаких сил, забрал у нас какой-то злой колдун, то туда мы пока пройти не можем. Так, слушайте, вот эта стена какая-то подозрительная. Да, мы можем ее разбить. Отлично, смотрите, какая находка за этой стеной. Сундучок. Большой. Думаю, в нем что-то очень ценное должно лежать. Так, в больших сундуках более сильные предметы. Ранг А, вот видите. Более сильный предмет, который, видимо... Вот только как эти предметы одевать? Ну, наверняка попозже нам объяснят. Я так думаю. Ух ты. Получи. Что же эти парни сделали со мной? Я чувствую, что все мои силы полностью ушли. Ой, какая непонятная мордаха. Вау. Вау. Вот это комбо. Вот это было круто. Мне понравилось. Это было очень быстро. Так, куда же нам тут идти? Столько ходов. Еще сундучок. Ah!
кстати, вижу еще один мостик. И вот туда можно по нему запрыгнуть. Так, ищем начало. Вот так вот. Отлично, мы добрались, но это снова стена, которую мы не можем без наших способностей пока взломать. Так, куда он испарился? Я знаю, кто поможет мне выбраться отсюда. Нага. Кто такая или такой Нага, я пока не знаю. Но, наверное, скоро узнаем. Ладно, с бочонками и ящиками разобрались. Теперь бы выход найти. Так, ну что, братцы, давайте, давайте. Вас много, вы все смелые. Но я тоже непростой боец. Так, пойдем теперь сюда. Хотел увернуться, но не успел. Так, вижу здесь еще деревянные парапетики. Сюда мы к ним не допрыгнем. Нага, ты меня слышишь? Где же ты, Нага? Нужна, видимо, твоя помощь. Какая крепкая машина, еле-еле. О, еще одна такая стена. О, отлично. Мы к сундуку добрались. К большому причем. А в сундуке у нас какой-то шлем ранг Б. Скорее бы уже научиться одевать эти шлемы. Опа. Мотоциклисты. Что мне с вами делать? Почти удалось. Вот он, вот он, вот он. Мой любимый удар. 51 удар мы ему нанесли. Сколько же врагов здесь? Их слишком много. Нага, где же ты, девочка? О, мы по крайней мере знаем, что Нага это девочка. О, так это Мишка, медвежонка, или нет? Нет, это собака. Так, ты знаешь, что делать. Слушайте, это собака? Огромная собака? Похоже было сначала на белого медведя. Да, это действительно псина. Большущая, красивая. Так, о, нам здесь нужно бежать и собирать звездочки. Или что это?
огоньки. Быстрее, Нага. Да куда уж быстрее, и так вроде бы быстро. Так, РТ, чтобы скользить. Отлично. Ай, 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 ай. Удача. Так, прыжок, прыжок, прыжок. Прыгай, девочка. Я вам скажу, это не так просто, как кажется, успевать реагировать на все эти повороты. Ай-яй-яй. Кажется, у нас не получилось немножко. Придется попробовать еще раз. А что если налево пойдем? Ай-ай-ай. Это очень, я вам хочу сказать, тревожная процедура. Так, так кажется, что прямо в любую секунду может попасться. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое? Почему мы не долетели совсем немножечко? Видимо, я не додержал кнопку прыжка. Ничего, сейчас прорвемся. Ай-яй-яй, в машину только не врезайся. Отлично. Кажется, получилось. Ух, это было. Опять попался. Буквально вообще уже там чуть-чуточку нам осталось доехать. Так, ну мы не сдаемся, мы пробуем еще. Ну вот. Прямо сразу. Завернуть не успел. Так, время взяться серьезно за это дело. Это причем не я сказал, это персонаж сказал. Да что ж такое? Уже даже простой поворот не успеваю сделать. Ой, куда это? Слушайте, что-то я под конец совсем стал плохо себя вести. Так, собрались, собрались. Нужно поймать темп, правильный темп. Прыжок. Еще прыжок. Есть! У нас получилось. Отлично. Так, мы прошли этот эпизод. Посмотрите, сколько разных предметов мы нашли. И за это получили бонус. Так, Нага. Режим практики открыт. Выбрать уровень 2 и нажать LS, чтобы практиковаться в этих бегах. Можем войти также в магазин
магии для того, чтобы, видимо, прокачаться как раз или купить что-нибудь. Hello, Cora. Давайте попробуем. Кора. Привет, Кора. Я могу предложить тебе кое-что для того, чтобы облегчить твое путешествие. Но помни, ничего не бывает бесплатно. Так, ты можешь купить некоторые предметы, чтобы использовать спиритическую энергию. Абсолютно пока не пойму, о чем речь. Давайте попробуем что-нибудь дешевенькое купить и испытаем. Отлично. Первая покупка наша. Я думаю, пока хватит. Можешь и использовать, одеть вновь полученные предметы в комнате Коры. Окей, а где эту комнату? Вот, я уже вижу. Нужно нажать бэк. Наконец-то добрались мы до этого места, где мы можем использовать все эти предметы и одевать. Можешь одеть одновременно 4 предмета. Ну-ка. Вот так вот, например. К сожалению, у нас больше предметов нет. Жаль, надо было брать больше. Хотя мы... Так, вот здесь, смотрю, костюмы можно будет менять, но, к сожалению, пока они недоступны. Видимо, они открываются. Вот тут нужно завершить сюжетную историю на любой сложности, чтобы этот костюм получить. Чтобы этот костюм разблокировать, нужно ввести секретный код. И на экстремальной сложности пройти. Ну, в общем, просто так костюмчика нам не дадут. Его нужно заработать. Let's go and get him. Так, еще разок проверим. Так, тут мы взяли. Давайте в магазин войдем и купим вот ту штуку за 5000. Ну так, чтобы посмотреть хотя бы, что за эффекты. Мы же знакомимся с игрой все-таки как-никак. Так, и последние коллекции. Давайте заглянем, что у нас тут за коллекции есть. Вот, то, что мы понаходили. Находки. А, это не шапка. Там почему-то я подумал, что это такая шапка с рогами. А это, оказывается, у нас животное какое-то забавное. Клево. Так, ну что ж, давайте по-быстренькому с третьей главой познакомимся. Время у нас еще есть в этой серии. Тензен? Тензен, мне нужна твоя помощь. Эй, где все? Кора, что случилось? Вот это тоже сложно, слишком быстро они болтают. Ну вот опять. Куча врагов. Так. Судя по всему, способности у нас пока не появились. Да и думаю, они не появятся так быстро, но нам, наверное, по ходу игры придется находить потихоньку. Красивые виды открываются. Tenzin is going to be so mad about this. Come on, where is it? Oh man. О,
получили силу воды. Вот наша первая способность получена. Ну что же, испытаем. Далеко улетели. Между тем у них уже оружие появилось. Так, вот только я не понял, я сейчас использую силу или нет. А, нет. Это не сила воды была, это просто какой-то предмет мы нашли. Так, ну что, мне до вас добираться нужно? А, да, вот же нам на весь экран написано, а я... Нужно собрать 4 кувшина со спиритической водой. Вот, собственно, что мы ищем. Так, вижу еще один. I'm so close. Just a little more spirit water. Но осталось немного. Всего один кувшинчик найти. О, какой-то сундук. Ай-яй-яй, чтобы открыть этот сундук, нужно использовать силу воды. Опять. Где же ты, последний сундук? Так, вот он, я его вижу. Но сначала разберемся вот с этим настырным товарищем. Лети, друг мой. Ай! Ой, чуть не упал. Привет, последний кувшин. Я чувствую, как возвращается моя энергия. Все, теперь мы можем использовать стихию воды, наконец-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я вернула мою силу воды. Так уже поинтересней. Так уже поинтересней. Привет, ребятки. Хотите испытать? Ух ты, какие у вас... Какие у вас хитрые ловушки. Вот тебе. Клево. Там, теперь, кстати, мы можем и сундук открыть. А это кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Да, блок с ним не проходит так просто. Ай-яй-яй. Кажется, он пользуется стихией земли. Все, доигрался. Мы получили второй уровень стихии воды. Так, поражение врагов с использованием стиля дает вам опыт для этого стиля. Чем больше опыта, и уровень стиля увеличится. Теперь ты можешь
использовать накопление чи. Нужно держать X и Y одновременно. И что будет? Вот я накапливать-то вроде бы накапливаю, только зачем? Пока непонятно. Ладно. Давайте попробуем сундук этот вскрыть. Наконец-то мы можем это сделать. Ну-ка. Да, это работает. Получили предмет. Так, возможно, это накопление нужно для того, чтобы дверь открыть. Так, чтобы... That old man is trying to stop me with those barriers. Well, I'm getting in, one way or the other. Просто так разбили. Так, надо проверить, чтобы храм был в порядке. Вау, током бьется. Каков подлец, хитрец. Вот она. Красота. Так, давайте испытаем нашу. Что-то пока никак это накопление не могу использовать. О, огненный. Недостаточно для тебя, да? Вау. Все, мы уже победили так быстро. Да что ж такое? В этот раз немного меньше. Ой. Ой. Отпустите меня. Я использовал, кстати, один предмет и что-то не особо заметил, чтобы что-то произошло. Наверное, просто, не знаю, мои удары стали сильнее, может быть. А может быть, это восстановление здоровья. Честно говоря, не заметил, что произошло. Так, стоп. Какой-то потайной сундучок. Не, а, нет, это не сундучок. Мне показалась маленькая шкатулка. Так, и это кто у нас такой? Вау. Сразу трое, да? Вот какие. Добрые ребятки. Так, вовремя нажать. Не получилось у меня. Oh.
что, ты один остался? Дружочек, давай повоюем. Вау. Ну, тоже, кстати, магия воды. Такая же, как у меня. Что, опять не получилось? Испугались, разбежались. Ну что же, вот еще одна глава пройдена. Что же, вот это, я думаю, уже время заканчивать. Знаете, мое мнение, игра прикольная, вполне себе прикольная. Наверное, если знать, нужно посмотреть мультфильм, прежде чем играть в нее. Я думаю, тогда будет еще интереснее, мне так кажется. Хотя, в принципе, и без мультфильма довольно-таки все бодренько и живенько происходит. Так что, если вам тоже понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и до новых видосов. Всем пока!